На этот раз в палату Одесского военного госпиталя поступило 10 ребят, 5 из которых находятся в тяжелом состоянии. Они прикованы к постели. Травмы бойцы получили в районе Водяного и Мариуполя. Бой тяжелый тем, что у одного парня, он, кстати, сирота, боевая ампутация ноги оторвала ногу. У одного парня боевая ампутация глаза, осколок попал в глаз, и, к сожалению, он останется без одного глаза. Ребята только прибыли, и пока все необходимые медикаменты есть, но утверждать точно, что может понадобиться дополнительно, пока рано. Врачи на данном этапе тщательно обследуют поступивших бойцов, поэтому подробная информация появится позже. Но волонтеры уже начали собирать деньги на сложные операции. Только что разговаривал еще с одним мальчиком, 23 года, морпех, тяжелое огнестрельное ранение правой ноги, и поврежден очень сильно коленный сустав. И вот нужна будет, сразу обращаюсь к людям, нужна будет помощь в покупке коленного сустава. Это, к сожалению, недешевое удовольствие, порядка 3-4 тысяч долларов. Все желающие помочь могут прийти в волонтерскую комнату, оборудованную прямо в госпитале. Она работает с часу дня и до половины шестого. Каждый день, кроме воскресенья. Также можно напрямую связаться с Андреем Танцюрой через социальные сети. Одесситы всегда помогали своим защитникам. И этот раз не должен стать исключением.